В Доме дружбы прошел музыкальный конкурс среди медицинских работников области. Мероприятие было посвящено прошедшему празднику Дню единства народа Казахстана. Конкурсанты исполняли песни из репертуара Шамшика Алдаякова. Всего своими вокальными талантами на сцене блеснули 42 работника сферы здравоохранения. Победителей ждали грамоты и денежные призы. Мероприятие было организовано областным управлением здравоохранения, отраслевым профсоюзом работников системы здравоохранения СЕНОМ. Это мероприятие проводится потому, что мы хотели популяризовать исполнителей медицинских работников среди населения области, чтобы наши исполнители показали себя не только как медицинские работники, но как и исполнители песен Шамшика Алдаякова.